лес. Впереди уже закат небольшой, солнце садится. Так вот он сзади выглядит. Классный вид. Холодная вода, ледяная, но бодрит. Так, ну ладно, можно идти дальше. Блин, после песка ноги скользкие. Вода, конечно, холодная, ледяная. Вон кто-то идет тоже полазить. Впереди 4 мили похода. Вот туда. Вот туда. Я пошел. Нет, ну воды с собой надо взять и рюкзак. Рюкзак и воду точно. Воду возьму. Подняться надо будет вот туда, наверх. Ну, вообще народу много ходит там. Гора Эль-Капитан вот там. Сосна такая. Ну все. Фух, подниматься жарко.
Уже столько зигзагов этих прошел. А еще идти и идти там. Местами асфальтировано даже. Жарко. С собой воду взял, поэтому нормально. Вот дождь начинается, вот что плохо. Сдолбался идти уже. Еще одна миля и два. Сколько у них там? 0,2 мили. О, белка какая-то лазит. Машины вон там внизу. Вот там я припарковал свою машину. Ну вот, осталось уже немного подниматься. Вроде бы как. Там скоро уже дойду. Вот. Вот, например, один из двух. Главное, обрыв вон. То есть оступился и все. И полетит туда все. Не пахнет. Вот. Осталось, наверное, еще минут 20, наверное. До верха. Trail close. Rockfall, падение камней. Но сейчас открыт путь. Значит, можно идти. И не бояться, что тебе придают вот эти камни. До Glacier Point идти еще 1,5 мили. Блин, нихера себе там скользко. Короче, буду идти до 5 часов, если до 5 не успею дойти. Буду возвращаться, потому что будет темнеть уже. И дальше идти просто тупо опасно будет. Возвращаться в темноте. Что-то уже GoPro показывает один заряд. Такой вот вид был. Осталось идти 1,5 мили. Или 1,3 там было.
Еще идти, идти. Внизу река. Еще вот туда наверх. Hi. Так, еще, короче, чуть-чуть осталось. О, блин. Не знаю, насколько чуть-чуть. Вот, дальше подумал, идти не стоит, так как сейчас будет темнеть резко, и в темноте идти по такой дороге слишком опасно. А идти еще как минимум час. Вот. Я хочу успеть до темноты спуститься вниз.